Закрытие зоопарка «Мишутка» ожидается сегодня в Нижнем Новгороде. С таким намерением выступила городская администрация после анализа финансовой деятельности учреждения и аудита животных. Исполняющий обязанности директора зоопарка Андрей Помыткин должен предоставить в горадминистрацию информацию о питомцах с их рыночной стоимостью. В Комитете по управлению городским имуществом заявили, что процесс ликвидации предприятия занимает достаточно долгий промежуток времени. «Мишутка» считается первым нижегородским зоопарком, созданным в 1997 году. Его сотрудники попросили главу региона Глеба Никитина лично вмешаться в ситуацию и не закрывать зоопарк.